Это отличное блюдо к празднику и не только. Гармония вкусов, соединенных в закуске, ее сытность и бюджетность приятно удивят и порадуют вас. Всем привет! Сегодня готовим бюджетный и очень вкусный закусочный торт. Это будет отличная закуска на праздничный стол или на каждый день. Для приготовления закусочного торта нам понадобятся куриные и перепелиные яйца, которые я заранее отварила, маринованные огурчики, отварная морковь и картофель, рыбные консервы и домашний майонез. Картофель очищаем и натираем на крупной терке. Берем кондитерское кольцо, у меня 18 сантиметров, устанавливаем на тарелку, бока лучше выслать ацетатной пленкой, чтобы потом легче доставать торт. И укладываем слой картофеля. Это будет первый слой нашего закусочного торта, хорошо уплотняем его ложкой. Сверху надо подсолить и смазать майонезом по вкусу. В этот слой можно положить чуть больше майонеза. У меня он домашний, очень вкусный и проверенный годами без использования яиц. Если вам интересен рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я с удовольствием поделюсь с вами рецептом. И распределяем ложкой по всему слою. Дальше с рыбных консервов сливаем жидкость. У меня были сардины. Удаляем косточки и разминаем вилкой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Мне очень приятно получать от вас обратную связь. Равномерно распределяем второй слой. Консервы можно брать абсолютно любые по вашему вкусу. Выравниваем слой вилкой. Отварную морковь нужно почистить. И натереть на крупной терке. Таким образом оформляем третий слой. И разравниваем ложкой. Этот слой необходимо посолить по вкусу и нанести майонезную сетку. Майонеза не жалейте, будет вкуснее, и ложкой распределить. Четвертым слоем у нас идут маринованные огурчики, или можно взять соленые. У меня маленькие огурчики, и я нарежу их маленьким кубиком. Если у вас побольше, то лучше натереть на крупной терке. Выкладываем и выравниваем ложкой. Яйца нужно почистить. Куриные я буду использовать в слой, а перепелиные, чтобы украсить торт сверху. Далее натираем на терке белки куриных яиц. Выкладываем слой из белков. Подсаливаем и промазываем майонезом. Количество майонеза регулируйте по своему вкусу. Следом идут измельченные на мелкой терке желтки. И время побаловать наших помощников. Делаем отдельно от белков, чтобы получить красивый желтый верхний слой. И уплотняем слой ложечкой.
Последний штрих – украшаем закусочный торт яйцами и зеленью. Торт надо поставить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и настоялся минимум 2 часа. А еще лучше приготовить его накануне и подать на следующий день. И та-дам! У нас красивейшая закуска. Этот закусочный торт очень вкусный и сытный. Великолепное сочетание продуктов закуски. К тому же торт легко и очень быстро и недорого готовить. Радуйте свою семью и всего вам хорошего, удачи!